Мир вам, дорогие друзья! С вами снова администратор канала Сергей Рудаков. И хочу, во-первых, поблагодарить вас за просмотр прошлого видео, за комментарии, которые вы писали, за лайки, за дизлайки. Видим, что эта рубрика вам очень нравится. Видим, что вам нравится наш канал и то, что мы делаем в эфире. Как вы уже поняли, снова рубрика «Вы нам писали». И в этом видео я хочу ответить на некоторые вопросы касательно того, где мы берем материалы, откуда вот у нас столько материалов, потому что вы знаете, что у нас и новости выходят на телеграм-канале, и на нашем YouTube-канале у нас выходит по несколько проповедей в день. Так вот, первый источник, откуда мы берем всю информацию, это источник брата Даниила в Америке. У него там есть свой ресурс, на котором он выставляет разные молодежные общения, конференции разных лет. И, собственно говоря, он нам дал эксклюзивное право оттуда брать проповеди именно для публикации на нашем канале, что мы как раз и делаем. Поэтому проповеди прошлых лет в основном берутся оттуда. Второй источник информации – это, конечно же, вы, наши подписчики. Вы нам присылаете материалы, как вот и братья-проповедники присылают, и просто члены поместных церквей нам присылают материалы. За это вам просто огромное спасибо, огромная благодарность. Хотелось бы вас также еще подбодрить, чтобы прислали нам побольше материалов, потому что все-таки маловато, и хотелось бы, чтобы новые лица, новые фамилии звучали также у нас на канале. К сожалению, большому сожалению, некоторые братья говорят, что то, что мы размещаем их проповеди, они просят нас, чтобы мы их оттуда убрали, потому что у них такая бывает формулировка, что как бы еще недостаточно дорос для того, или проповеди недостаточно доросли, чтобы их выставлять в интернете. Дорогие братья, не надо стесняться. Я помню, когда уверовал, мне один брат сказал, что брат, никогда не стесняйся делать добро, потому что стесняться христианин должен только греха. Делать добро никогда не стесняйтесь. Потому что, смотрите, бывает, даже был такой случай, когда нам вот конкретно жена проповедника прислала проповедь, сказала, что муж почему-то стесняется. Ну, не нужно этого делать. Дорогие братья, присылайте, ваши проповеди хорошие. То, что люди их смотрят, лайкают, пишут комментарии, то есть это видно, что Дух Святой действует через ваши проповеди, и они касаются сердец, поэтому не стесняйтесь, братья, присылайте. Ну, а мы их разместим, и все это будет во славу Божью. И третий источник информации, а то, откуда мы берем материалы, это различные каналы YouTube и телеграм-каналы нашего братства. Их сейчас, слава Богу, много, количество растет, так что, дорогие братья, сестры, администраторы, кто это делает, продолжайте в том же духе. Пусть вас Бог благословит. Мы вместе все делаем, на самом деле, очень благое дело. И то, что вы нам даете и права, и эксклюзивные права, и разрешение на публикацию ваших проповедей, ваших материалов, это очень хорошо, это очень правильно. Вместе мы с вами делаем одно общее дело, как говорил апостол Павел. Течение совершил, веру сохранил. Вот мы это течение с вами и совершаем. Сохраняем веру в наше время, в 21 веке. Но хочется также отметить, что на нашем канале мы публикуем только материалы, которые нашего братства. Потому что у нас канал братский, то есть братством СЦХБ. То есть новости поместных общин, которые публикуем в телеграм-канале. Про телеграм-канал чуть попозже скажу, и на Ютубе проповеди, которые мы публикуем, только проповеди нашего братства. Почему об этом говорю? Потому что уже несколько раз нас пытались почему-то обмануть. Я не понимаю, для чего это верующие делают. Нам, когда присылали проповеди, и даже, по-моему, проповеди присылали, а так новости из поместных церквей регистрированного союза, а также пятидесятники. Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Если вы хотите нас обмануть, но когда вы это будете делать в следующий раз, ну, подумайте, вы же христиане. Для чего вам это нужно делать? Если вы называетесь христианами, то не пытайтесь нас обмануть, потому что Бог все видит. И наша публика, даже вот если мы по своей немощи, по своей плоти что-то можем пропустить, то наша публика, она точно не пропустит. И уже сколько было попыток, все эти попытки были неудачные, мы потом удалили, поэтому не тратьте, как говорится, не на это ни свое время, ни наше. Вот. А так, те каналы нашего братства, которые сегодня есть, присылайте. Мы будем это делать. Если у вас в вашей поместной церкви, хочу еще обратиться к поместным церквям, есть YouTube-каналы и каналы на Телеграме, присылайте нам ссылки. Мы будем ваши проповеди оттуда брать, размещать. А ссылки на ваши каналы, на ваши YouTube-каналы мы разместим в разделе «Интересные» на нашем YouTube-канале. Только единственное условие от Ютуба, чтобы на канале было не менее 1000 человек подписчиков. А на ваши телеграм-каналы мы также будем давать ссылки в нашем телеграм-канале для продвижения.
Еще пару слов про телеграм-канал. Мы там публикуем в основном новости нашего братства, потому что не все новости мы можем публиковать в разделе сообщества на Ютубе, поэтому делаем это в телеграм-канале. Там каждый день идут обновления, поэтому не забывайте туда подписываться. На этом в этом видео все. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также на наш Telegram-канал и группу ВКонтакте. Ссылки вот там в описании, вы их увидите. И пусть вас Господь благословит. С вами был Сергей Рудаков.